Все мое почтение, друзья. И вот сегодня, 15 августа 2022 года, появилась вот такая вот информация, а вернее высказывание министра финансов Украины Сергея Марченко, который сказал, что предложение забрать надбавки у депутатов – это популизм. Вот как вы считаете, может называться то, что надбавки в военное время для депутатов, которые и так получают большие деньги, существуют? Это можно назвать, так сказать, справедливостью, когда те, кого избрал народ, больше получают, чем те, кем они были избраны. Я лично считаю, что отобрать надбавки у депутатов это не является популизмом, а является справедливым, так сказать, решением в военное время. И вот этот министр, я считаю, что льет воду на мельницу этих депутатов и, так сказать, хочет свое кресло сберечь, чтобы какие-то другие должности иметь, так сказать, не нажить врагов себе. А вот вы что думаете по поводу этого высказывания этого министра? Убрать надбавки от депутатов – это популизм или нет? Напишите в комментариях.